Jaka wątła. Bardzo się Боже, повелице милости Твоей, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих, всех погибших. Воселе семью, еже поростите имя и убиенных им. Всякому прогрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Когда Господь Бог учинит души, иди же праведнее упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царствие Небесного и оставление грехов, и ко Христа бессмертного Цара, и Бога нашего просим. Господи, всякие плоти, смерть поправый, дьяволу упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам Господи покой, души усопших раб Твоих, всех, везде убиенных, вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, отнюдь уже отбеже болезнь, печали воздыхание, всякое согрешение содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко блади человека любит Бог, прости, яко неж человек, и же жив будет и не согрешит, ибо един кроме греха, правда Твоя, правда вовеки, и Слово Твое истина. Яко Ты еси воскресение, живот и покой, усопших раб Твоих, всех, всех убиенных жителей деревни Райск, и всех от века усопших, православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Уваженному спении вечный покой даш, Господи, рабом, усопшим рабом Твоим, всем везде убиенным, и сокури им вечную память.